Всем привет от Ладочки. Наверное, с ТВ или Ладочка ТВ, я не знаю. Ладочка, ну что? Погуляли мы сейчас, пришли с прогулки. Тут у нас чистые подстилочки, Ладочка радуется. Невероятно, да, скажи? Чистые подстилочки, это так круто. Ай, как хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй, какая радость. Лапки задние у нас шевелятся. Мы их чувствуем, вот они, вот. Вот-вот-вот, она бьется ими прям, но не встает. Она ими шевелит, когда лежит, когда сидит, но вставать не встает. Вот прям идет, вот она упирается, смотрите, прям бьет меня этими лапами. Поэтому мы решили, что скоро Ладочка будет плавать. Ну что ты, иди на подстилочку. Иди на подстилку, собака, вот так, вот так. Вот так, вот. Давай сюда свои задние лапы. Вот-вот-вот, толкается собака, толкается. Все, скоро у нас будет купальный сезон открыт. А пока мы ежедневно выгуливаемся в вольере. Обожаем чистый бокс, чистые простыни. Да, обожаем людей, очень любим машину, хотим запрыгнуть в машину. Но иди сюда, Ладусь. Но в машину не хватает нам росточка, потому что мы задними лапами. Да что ж ты делаешь, пушистый колобок. Давай. Ай, ты молодец, хорошая девочка. В общем, от Ладочки новости такие. Купальный сезон скоро будет открыт. До сих пор мы все ждем этого момента. И мы уверены, что он наступит. Что эта собака встанет и пойдет. На всех четырех лапах. Такие случаи тоже бывали, что уже все, вот спинальница, все, не пойдет. А потом брали и ходили. Вот и Ладочка должна так же сделать. Так что, Ладочка, держим кулачки за тебя. Да хватит ходить за мной. Сиди там, все, сиди. Держим кулачки за Ладочку. Да. Потому что ты слишком крутая, чтобы не ходить. Передними, как у тебя хорошо получается, а задними. Давай-ка, Ладочка. Ну-кась. Смотрите. Тихо. Ай, вот эта лапа вообще лучше. Правый прям дерется. В общем, Лада, ждем. Мы все ждем, всей страной ждем, когда ты начнешь ходить. Да. Беспредел какой. Ладусь. Ну, беспредел. Тя-тя-тя-тя-тя-тя, собака. Скажи. Ай, ругаешься, чтоб тебе чесали, значит, да? Хулиганка. Вот так. Все. На сегодня новости такие. Продолжаем лечение Ладушки о Ладушке. Давай, устала. Давай почешу. Спасибо всем огромное за поддержку. Все, кто скучал по Ладочке. Стараемся снимать вам ее максимально. Давай помогу. Оп. По максимуму, чтобы вы не грустили. Но, к сожалению, не получается. Мы не можем быть 24 часа в сутки на связи. А пациенты новые тоже требуют внимания про всех рассказать. Так что, Ладочка, пока-пока. На сегодня все.